активисты волонтерского центра «Единой России» Одинцовского округа ежедневно проводят рейды по контролю за соблюдением масочного режима. Помимо транспорта, команда волонтеров инспектирует образовательные, спортивные и культурные учреждения. В лесном городке проверили библиотеку имени Новикова и убедились, что на входе есть средства индивидуальной защиты и санитайзеры. Сотрудники предупреждают посетителей о правильном ношении масок и перчаток.